В это воскресенье в программе «Живи и здравствуй» специалисты Витебской областной клинической больницы о болезнях почек и их лечении, о тревожных симптомах, опасных проявлениях и причинах их возникновения, а также рубрика «Формула здоровья» о диализе как заместительной терапии у пациентов с хронической почечной недостаточностью, взгляд специалиста на распространенные мифы и заблуждения о здоровье почек, рубрика «Школа мам» о развитии речи ребенка в возрасте от 2 до 3 лет, советы и рекомендации по питанию от гастроэнтеролога в рубрике «Мужское здоровье» и, конечно, увлекательная история профессионального пути замечательного врача, заведующего отделением гнойной хирургии Александра Петровича Глыздова. Смотрите, живите и здравствуйте! В воскресенье, 12 ноября, в 11:00 на Беларусь 4 Витебск и онлайн на vtv.by.